По центральному скверу. Кто? Центральному скверу. Да, да. Вот сейчас мы с вами с правой стороны театра, там будет арт-зона. Вот мы видим, это там, где могут в том числе художники продавать картины. Здесь будут всевозможные инсталляции. Видите, вдоль по периметру драмтеатра такой дуге высажены это цветущие сакуры. Вот это слева это сцена, на которой можно проводить мероприятия. А впереди фонтан, который существует, будет превращен в пешеходный фонтан, светодинамический. Сейчас. Вернее, она будет скрыта. Да, мы сейчас видим как раз крыльцо новой уборной, которая там планируется построить стационарно. Wow, wow, wow.